Болеть есть фавориты, ребята, бывшие одноклубники, это из Муай-Тай Академии. Вячеслав Тевич, Евгений Алексеев и другие ребята. Как вообще шансы оцениваются, ну, вот, с вами, с другими? Я думаю, шансы хорошие у них, что ребята хорошо подготовлены. Последние бои тоже показали, что ребята очень конкурентоспособны на европейском уровне. Я присоединяюсь с каждым другом. Мы тоже поддерживаем тех же самых бойцов. Будем болеть за них.